ВКонтакте. Ура! Открываем! Поздравляем! Ваши бурные аплодисменты нашей новой городской достопримечательности. Ой, в ней очень много заложено. Во-первых, там композиционная идея – это интерес. Изображен котенок, которому интересно. И он опирается на стопку книг, и как будто бы это интерес к наукам. Следующий момент. Там 5 книг, на корешках которых изображено, написано 5 предметов. Мы долго обговаривали с администрацией школы, какие это 5 предметов. Они выбрали самое сложное. И вот эти вот корешки 5 предметов, это для того, чтобы ребенок перед контрольной работой по предмету мог подойти к нужному корешку, приложиться, и будет ему большое, большое счастье и отличная оценка по предмету. У котенка на ошейничке бубенчик, который звенит. Это тоже такой символ: звонок, звоночек, первый звонок, последний звонок. В дальнейшем планируется вот эти бубенчики раздавать не как классические колокольчики на последний звонок, а как вот эти бубенчики. Потом раздавать на всякие интересные конкурсы, посвященные котам. Мы планируем со школы делать кошачьи квесты и очень большую программу именно для детей. Редакция.